Приветики, друзья! Всем хорошего дня! Кто чем занимается? Мы в город приехали сейчас. По делам. Ну и этот. Ну, пока я сижу без дела, запишу. Ни о чем, хотя бы видео. Расстроена, сейчас в ветаптеку зайду. Там ветеринара спрошу, что с чопой. Не знаю, не кушает. Чуть-чуть с утра попил водички. В доме спал сегодня, вообще не просыпался, он обычно ночью просыпается, это вообще не просыпался, не ходил, вообще ничего. Утром я его зову, чопа, он даже не отзывается, я же перепугалась, блин. В общем, муж понес керхер, чтобы посмотрел, мастер что-то не работает. Хотела ковры постирать, пока еще тепло. Много работы просто, вот и все. Сейчас навес там строим. Рабочие у нас люди работают, и мы помогаем. И очень много работы, правда. И если я раньше выкидывала много видео, то сейчас не получается. Ну ладно. Всем добра, всем здоровья, всем хорошего дня, отличного настроения, классной погоды желаю. Пусть все будет у каждого человека хорошо.